Ну и следующая песня будет песня, написанная на стихи Обнинского поэта, автора, замечательной женщины, человека Оксаны Рачкулик. Это средство тысячи бед на дороге у самого края, ждать покорно блуждающий свет, развозящего полночь трамвая, запечатано словно в янтарь. Я в уютную прорезь окошка, доброй ночи, разбитый фонарь. В этом городе я только мошка, я письмо на тысячи лет, не найти моего почтальона. Слушать ли мне ночную работу?